И сейчас будет неконкурсное выступление. Газбен Супер Нейшн и Хидеаки Кабаяши Сан, Сейлор Грэндпа, Сейлор Мэн Перформанс, город Санкт-Петербург, город Токио, Япония. すごい頑張ってくれましたよね。なんか観客として楽しんじゃいました、思わず。
И также я хотел бы поблагодарить очень танцоров, потому что и как зритель я получил большое удовольствие от их выступления. Очень хотел бы отметить, что они постарались, ноги побрили хорошо. И, конечно же, большое спасибо всем зрителям за то, что пришли сегодня на наше мероприятие. В России я до этого бывал, но только как место пересадки самолета на самолет в Москве. Вот так вот сошел и смотрю город, я впервые. でも言い訳が悪いと申し訳ないんだけど、車が結構忙しくてね、ロシアについてあんまり調べる時間がなかったんですよ。だからよく知らずに来ちゃいました。 Вот, и я должен перед вами извиниться, на самом деле я про Россию ничего не знаю и узнать особо не успел, потому что был очень занят перед поездкой. Было у меня два представления таких о России. 一つは恐ろしやっていう言葉があって、これ喋なんだけどね、日本語で恐ろしいっていうのはすごい怖いとかね、恐ろしいっていうとロシアっていう国の名前組み合わせて恐ろしやっていうね、で、YouTubeなんかにいっぱい動画が上がってますよね。Вот, и первое впечатление – это то, что можно встретить, например, на YouTube часто. Это такое слово «осоросия», которое сопоставляет себе как бы «Россия», то есть «Россия», и «осороси», то есть «ужасный», «страшный» на YouTube. でね、みんななんかすごい高いところに上がってみたりとか、無謀な運転してなんかで危ないことになっちゃったりとか、あと何やったっけ、僕の大好きな映像で、コーラにメントール入れて、ブワーッとなって飛んでっちゃってカメラにガンって当たるやつね、あれ大好きで、本当恐ろしいなっていうイメージが一つありましたね。 Вот, и как бы с таким тегом видео, это часто видео каких-нибудь там страшных происшествий на дорогах, или, например, то, что мне нравится больше всего, это когда Мендос кидают Кока-Колу, и получается... Я сколько не смотрю, все время очень смеюсь. И еще одно мое такое впечатление о России. Это как бы уже не так в шутку. Есть такой человек, критик, Мориноске Кавагучи. で、その人がね、日本がいかにすごいかってことを言おうとして、文化的なね、その活動の活発さとかそういうのを数値にして指標化しようとしたんですよ。ダンスとか歌とかね。Это человек, который как бы попытался цифрами, да, выразить, насколько же на самом деле прекрасная страна Япония, насколько как бы развита в ней культура вот, по каким-нибудь различным аспектам, типа там песни, танцы и так далее. それでデータをすごい集めて集計して分かったことは、本当に日本がすごいって言いたかったのに、結果として分かったことは、ロシアがこんなにすげえってことが分かったんですよ。И в итоге он собирал, собирал эти данные, анализировал, анализировал. Вот, хотел он сказать одно, а получилось у него, что как бы самая прекрасная, самая великолепная страна – это Россия. Вот нас. И все это правда. それなので、よく知らなかったけども、とにかくロシアに来たら文化を見なきゃいけないと、こういう思いで来ましたね。 Вот, и исходя из этого, я понял только одно, что если я когда-нибудь буду в России, мне обязательно надо будет увидеть именно российскую культуру. で、昨日ね、ニコライさんに散歩に連れてってもらってね、要塞に金ピカの教会ありますよね。И мы вчера ходили на экскурсию, на прогулку такую с переводчиком. Были в Петропавловской крепости, видели, например, шпиль. 教会の上の方の窓が開いてて、で、生演奏ですね、鐘の音楽でね、生演奏してて、すごい美しい音色でしたね。 И совершенно случайно там было открыто окно, и как раз проходил концерт, играли вот на колоколах соборных различные композиции. 今日はね、散歩して、今朝ね、ドストエフスキー祭りやっててね。 Вот, а сегодня я ходил гулять и видел мероприятие «День Достоевского». Вот,
Там носили чучело Достоевского, например, было очень весело. Я Достоевский, кепо ёмдерин дэсё, Цивито Вацтока, дэ, Карамазов дэ тёдэй тока. Я у Достоевского, в принципе, много чего читал, например, «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Вот. И я очень рад, что сумел в этот раз вот попасть именно в такое место, которое так глубоко связано с Достоевским. А то, не, джазの, не, мацури мо яттете, дакара, сокура-чуни стежи гатте, иронна кото яттеру ноде, а, сока, Россияно кутка, кое кото да, нанка кашикомаренай де, минна мо атаримайно ни ясуми но хи ни нанка арун да, тэйу не, соуфу ни вунка га канцэн ни сэйкацу ни шинтоу штеру ного, хонто ни Россия сугой на, то, омоймашта. Вот, и помимо этого, еще же сейчас проходит джаз-фестиваль в городе, вот, и из этого я понял, что, в общем-то, для России, да, такая вот культурная жизнь, как бы потребление культуры, особенно в выходные дни, да, это что-то вполне нормальное, то есть культура является частью повседневной жизни для русских. Вот, Россия и Япония — страны, в принципе, как бы соседи, но при этом все-таки связь у них пока еще не очень близкая. で、もしかすると政治的にはいろいろあるかもしれないで、なんかどっかの島とかね。で、私政治ことよくわからないんでね。Вот, там что-то есть, наверное, какие-нибудь терки про какие-нибудь острова, но мы этого особо не знаем. なのでね、そういうことはほっといて、もっとね、生活してる人たち同士で、草の根レベルでね、人と人がお互いによく理解して、つながり合って、太いパイプが出てきてきてね、交流がどんどんどんどん深まっていけばね、国と国だってもっとね、平和にいろんな交流ができるんじゃないかなっていうふうに思います。Вот. И поэтому нам такими вещами интересоваться не стоит. Нам стоит как бы как простым людям, с одной и с другой стороны, просто улучшать понимание друг друга, больше строить связи друг с другом, и таким образом мы сможем друг к другу приблизиться, вот, и понимать друг друга лучше. Санкт-Петербург 訪問でも私すでにものすごく楽しんでますけど、また何回でも来れるといいなと思ってます。И в этот раз я очень рад своему визиту в Санкт-Петербург. Я очень большое удовольствие от него получаю и надеюсь, что в будущем тоже смогу еще побывать здесь. いろんなことやる人、楽しい人いっぱいいるので、そういう人たちも今度連れてきて、ここで紹介できたらいいなとも思います。Вот. И в своей стране я тоже, я знаю большое количество людей, которые занимаются очень интересными постановками, различные костюмы делают. Вот. И я надеюсь, что смогу когда-нибудь еще тоже привезти их сюда и вам всем представить. В общем, Я хотел сказать, что давайте жить дружно, вот, и продолжать наше продуктивное сотрудничество. Большое спасибо.